Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов, посетивший Нагорный Карабах в первые дни 44-дневной войны и выступивший с антиазербайджанскими заявлениями, вновь напомнил о себе. В интервью армянской программе «Позиция» Милонов озвучил абсурдное заявление. Назвав освобождение Карабаха Азербайджаном своей личной трагедией, российский парламентарий, забыв о депутатском статусе, высказал мнение, подрывающее отношения Баку и Москвы. Милонов, который считает Карабах древней армянской землей, также оскорбительно отозвался об азербайджанском народе. По мнению председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками Госдумы Леонида Калашникова, Милонов вряд ли задумывался, что он вредит отношениям России с другими странами, в частности Азербайджаном, Турцией, да и самой Арменией. «Я редко, когда комментирую действия или заявления своих коллег, как можно в кавычках назвать некоторых, но здесь я не могу промолчать, потому что когда в России, многонациональной стране, воздух отравляется национализмом, такими как Милонов, это недопустимо и деструктивно, но хотя бы блокируется законами, в том числе и уголовным сроком. А вот когда вещают так на внешнюю аудиторию, а наши крайние националисты любят использовать подобную риторику, это уже сложнее. Потому что за вещание вовне им ничего не будет. С одной стороны, такие люди делают это, чтобы выразить свою националистическую сущность, с другой стороны, для подогревания националистических настроений в другом государстве. Этот человек даже вряд ли задумывался, что он вредит отношениям России с другими странами, в частности, Азербайджаном, Турцией, да и самой Арменией. Работая в своей парадигме интересов националистического депутата, он не задумывается. Милонов точно не выражает интересов России. Это вне всякого сомнения. Меня крайне огорчает то, что этот человек является депутатом и тем более выражает такие свои мысли, как депутат Государственной Думы. Лидеры трех государств, России, Азербайджана и Армении, подписали соглашение о карабахском урегулировании, которое Милонов теперь пытается дезавуировать, опровергнуть. Но тогда ему надо прежде всего уйти из Единой России, членом которой он является, потому что вообще-то он должен поддерживать президента, который является хотя неформальным, но лидером, вождем Единой России. Если Милонов идет наперекор официальной позиции своего лидера, значит выход для него один – уйти из фракции, сказал российский депутат изданию «Москва-Баку». Как отметил Калашников, Милонов идет наперекор официальной линии Москвы, пытается подорвать трехстороннее соглашение, подогревая и так накаленное настроение обществ, ведь его заявления начинают тиражироваться в СМИ. Это очень сильно вредит соглашению по Карабаху, установлению мира между Азербайджаном и Арменией. И так хватает разного рода радикалов, Милонов же только подливает масло в огонь. Такие заявления Милонов мог сделать в том числе, исходя из приближающихся выборов. Буквально через полгода будет формироваться новая Государственная Дума. Милонов давно известен своей эпатажностью, и, видимо, нынешние эпатажные заявления нацелены на националистический электорат. Но это совсем не оправдывает его, а очень сильно вредит. Очень легко создать напряженность на пути к так тяжело достигнутому миру, и делать этого не нужно. Достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России стало революционным прорывом. Это соглашение может стать единственным фактом успешной развязки конфликтного узла с момента развала Советского Союза. На этом пути к миру будут возникать Милоновы и другие, пожелающие навредить миру. Это, конечно, будет огорчать, и мы будем реагировать на это. Я прошу прежде всего азербайджанское общество не относиться к этим заявлениям Милонова, хоть он относится и к ведущей фракции Госдумы, серьезно. В любом случае, я хотел бы, чтобы люди учитывали, кто такой Милонов и те скрытые мотивы, которыми он руководствовался, делая такие заявления. Думаю, что на заявления должны обратить внимание его товарищи по фракции. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.